Памяти земляки. 9 апреля в Чувашии вспоминают героя России, уроженца деревни Липовка и Бресенского района Леонида Константинова. Сегодня ему исполнилось бы 52 года. Леонид Сергеевич погиб 31 мая 2001 года, выполняя боевое задание. Последним местом его службы стал Северо-Кавказский округ пограничных войск России. В этой горячей точке он командовал вертолетной эскадрильей. 31 мая подполковник Константинов пилотировал вертолет Ми-8, на борту которого находились депутаты Госдумы России. В горной местности Ингушетии вертолет был обстрелян террористами. Подполковник Константинов получил 6 пулевых ранений, но сумел удержать управление вертолетом и вывел его из зоны огня. А затем смог посадить горящий вертолет в безопасном месте и спасти жизни всех пассажиров. Вскоре после посадки Леонид Константинов умер от ран. Каждый год в Липовской средней школе проводятся соревнования по волейболу памяти героя. 6 апреля состоялся очередной 13-й по счету турнир. Сильнейшие команды Бресенского района, а также волейболисты из Чебоксар и других районов республики боролись за переходящие кубки, медали, дипломы и ценные призы. В итоге на пьедестал почета поднялись команды «Эткер», «Дентамет» и «Вертолет», занявшие, соответственно, первое, второе и третье места. Кроме этого, специальные призы вручили лучшему игроку турнира Вячеславу Макарову из поселка Ибреси, лучшему нападающему Александру Ермолаеву, а также самому молодому и самому старшему игрокам, лучшему блокирующему.